Привет всем! Сегодня буду ремонтировать площадку аккумулятора от Dodge. Вот этот пазл мне придется собрать. Как видите, мелкие куски, естественно, половина хватать не будет. Ну, либо какой-то ее части. Но подбираю все куски и спаиваю. Не думайте, что мне это интересно заниматься, просто эту площадку не смогли найти. Как ни странно, раньше они были. Теперь их почему-то нет. Заказывают с Америки долго. Да и пересылка недешево стоит. А аккумулятору стоять на чем-то надо. Вот и пришлось ее восстановить. Ну, как видите, потихоньку подбираю запчасти и спаиваю. Get on the floor and start to dance. Give me more, this is a chance. Get on the floor and feel the fire. Take me higher. Спаиваю последние куски. И вот такой продукт у нас получился. Как видим, кусков не хватает много. Вот здесь дыра сквозная. Там. Значит, здесь тоже не хватает борта. Значит, делать буду его из металла. Ну, а остальное заклею стеклотканью. Ну вот, сделал по шаблончику вот этот металл и клепаю его к корпусу. Вот, подогнал. И начинаю клепать. Пластмасса хорошая, твердая. Когда ставлю заклепки, не трескается. То есть проблем как таковых с ней нету. Потом, естественно, все это покрашу. Ну вот, приклепал. Вот такая штука получилась. Сейчас можно нам заклеить все эти дыры. Точнее, мне выклеит. Но скотчем малярным позаклеивал с обратной стороны все дыры, чтобы не вытекала смола. Сейчас буду
замазывать. Ну вот, промазываю смолой и наклеиваю стеклоткань. Ну вот что получилось после заклейки стеклоткани, дырки просверлю, позамазываю все, что я делаю. Слава богу, что этой фигни не видно. Стоит на ней аккумулятор и остановится, закрывается. Вот, замазюкал. Вот что получилось. Вот такая. Ну вот.